Здравствуйте. А можно с вами поговорить? Давайте присядем. Я неверующая. Да, я понимаю. Я делала очень много плохих поступков. Все мы время от времени совершаем плохие поступки. Все мы грешим. И в жизни, и в помыслах. И вы? И я. Как же тогда отличить плохого человека от хорошего? Хороший человек раскаивается в своих неблаговидных поступках и старается их не повторять. Как не повторять? Когда все вокруг грешат, когда самый близкий тебе человек тебя предает, что тогда-то делать? Простить. Как? Простить? Я же даже... Знаете... Наша жизнь не всегда складывается так, как нам бы хотелось. Да уже. Мир не вертится вокруг нас. Он вертится сам по себе. И будет вертеться, даже когда нас не станет. Ну, а мне-то что делать? Терпеть. Время поможет. Время. Время. 20 лет прошло, время. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Это единственный способ. Да. Не могу сказать, что вы мне очень помогли. Но все равно спасибо. До свидания.